Всем доброго дня! У нас настал момент чистки аквариума. Я буду частями снимать, потому что иначе это будет все долго. Для начала мы подрезаем валиснерию, водные растения. Стенки нам не нужно чистить аквариума, так как они чистые. Чистые они, потому что нет водорослей. Высшие растения выживают водоросли, то есть в природе всегда идет борьба. Вот в аквариумах между высшими растениями, это вот анубисы у меня с широкими листиками, валиснерия, вот это вот на соку похоже, длинная такая. Если их много в аквариуме, а у меня их много, здесь размножилось, и они не дают образовываться водорослям, то есть все хотят кушать, питательные вещества нужны, и если много высших растений, вот которые сейчас у нас подрезаются, часть будет убрана, потому что их слишком много, но тоже нужно оставить достаточное количество. Если пойдет дисбаланс, будет размножаться водоросль, аквариум позеленеет, стенки аквариума позеленеют, поэтому должно быть достаточное количество. Так, здесь не видно. Достаточное количество высших растений. Если вдруг водоросли в аквариуме, то придется скребком, специальные скребки продаются в зоомагазинах, чистить стекла. Нам это не нужно. У нас баланс. После того, как мы уберем лишние водоросли, мы будем сифоном. Вот у нас такой сифончик. Вот он такой длинный. Сифоном. Да, вот так. Вот таким сифоном мы будем со дна аквариума откачивать воду в емкости. И затем уже заливать новую воду. Меняется объем воды от 20 до 40%. Больше нельзя, потому что бактерии полезные, и слишком резкая смена воды может вызвать шок и провоцировать заболевание рыбок. Когда мы почистим аквариум, я покажу. У нас здесь маленькие рыбки, малинезии. Если повезет, увидим сомиков, два анциструса желтенький и такой коричневый. И покажу, как будем воду заливать, как откачивать воду. Так как на телефоне пауза не ставится, я не могу продолжить. Я пока отключусь и в следующем видео покажу сам процесс дальнейшей чистки аквариума. Вот все на дне под камнями село. Мы будем вот эту муть, все, что мутное, откачивать со дна в емкости.